покажу. Знаем, что в Джавахете происходит такой картошка, которой в мире нету. Представляешь? Вот, а надо немножко от правительства, чтобы техника вовремя обеспечивать сельские хозяйственные техники, чтобы легче не обрабатывали землю. И надо современный тренинг пройти сельчанов, чтобы что производим, это был высококачественная эта продукция, чтобы не только Грузию, за границу можно отправить.